Бензибон представляет настольную игру «Составь слово» из серии «Играй, думай, учись». Игра рекомендована детям от 5 лет. «Составь слово» — это дидактическая игра авторской разработки, нацеленная на то, чтобы улучшить навык чтения. Игра наглядно покажет разницу между звуками, которые мы произносим и слышим, и буквами, которые пишем и видим. В ходе игры вам предстоит отгадывать спрятанные слова, а буквы, из которых они состоят, даны в виде рисунков. Такие головоломки называются ребусами. Разгадывать их очень занимательно и к тому же весьма полезно. В игровой форме ребенок сможет подружиться с буквами и звуками, которые откроют для него дверь в невероятно увлекательный мир книг. У карточки две стороны – голубая и зеленая. Для того, чтобы начать, возьмите любую карточку и внимательно ее рассмотрите. Начнем с голубой. В белые квадратики необходимо вписать буквы, из которых состоит искомое слово. А какие буквы мы будем записывать, нам подскажут картинки. Переверните карточку зеленой стороной. Слова, которые мы ищем, состоят из последних букв в названии нарисованных предметов. В комплект игры входит 21 двусторонняя карточка, маркер. Игра отлично развивает концентрацию внимания, логическое мышление и познавательные способности, а также тренирует память. Сыграем? Бензибон для ярких идей и веселых затей!